А между тем футболисты готовятся к открытию сезона. Стало известно, с кем встретится игрок Кызылжар СК на Кубке Казахстана. По итогам жеребьевки петропавловская футбольная команда попала в группу А. Соперниками наших станут южноказахстанский Мақтаарал и сборная специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 города Шымкента. Футбольные встречи организует Южно-Казахстанская область. Они пройдут с 28 марта по 6 апреля. Те, кто пройдет квалификацию, сможет продолжить борьбу в 1/8 Кубка Казахстана с более сильными соперниками из премьер-лиги. А вот игры команд первой лиги стартуют 15 апреля. Кызылжар СК снова встретится с южно-казахстанским Мақтааралом. А спустя неделю, 22 апреля, в Петропавловске наши будут принимать на своем поле гостя из восточного Казахстана, команду «Алтай». Кстати, в этом сезоне в первой лиге играют 10 команд.